Привитус Амигос, значит, воспользовался рядом мудрых советов по поводу того, что надо заюзать все эти души павших солдат, павших героев и прокачать левел, дабы взять в руки этот меч, ну, чтобы вальнуть этого жирного демона, чтобы два раза-то не ездить, там, в это гнездо все-таки не каждый раз удается запрыгнуть. Чем можно сказать, ну, в первый раз играю с этим мечом, раньше как-то я с хвостом того дракона игру проходил. Ну, что можно сказать, у этого меча один очевидный минус, на мой взгляд, это вот этот вот удар сильный. Ну, нахер он нужен с таким замахом, я не понимаю. Может быть, в нем есть какой-то понт в PvP, в чем я сомневаюсь, но в PvE вот это вот нахер не надо. Что за замах такой? Это если у меня, получается, не сработает мой любимый удар в прыжке, как вот сейчас он, сука, не сработал, я гарантированно получу пиздоч, потому что, ну, такой замах, ну, вообще, он, блядь. То есть, просто меня успеют нахлобучить, пока я буду замахиваться. По-прежнему, на кону, значит, 10 человечностей. Сколько у меня кости возвращения-то есть? Есть. Просто неохота там внизу оставлять 10 человечностей в битве с этим жирным ублюдком. Который еще и читует, потому что... Блин, ну... Серьезно, я трачу половину здоровья, когда падаю. Он еще и одновременно умеет, оказывается. И, блядь, а вот от этого вообще увернуться-то можно? Вот, блядь, от этого удара, нахуй, вообще можно упрыгнуть куда-то? Я не понимаю, блядь. Серьезно, вообще не понимаю. Я жму кувырок, все равно меня накрывает. Это что, блядь, за нахуй хуйня такая? Щитом, я так понимаю, тоже не закроешься от него. Заебись, босс, блядь, сделан. Классно вообще. Что за, блядь, ебланизм какой-то? Вообще, конечно, скорость атаки у меча оставляет желать лучшего. И где мои души, ёбаный в рот? Вон они, под жопой. Не могли поярче, что ли, сделать? Ну, 144 дамага. Не скажу, что это прямо огонь. Но лучше, чем секиркой-то. А меч еще вроде как и заточить можно. Я надеюсь. Правда, точится он, скорее всего, какими-нибудь волшебными точилками. Чайник, карандаш. Блять. Сука, выставил свою клюшку, не дал дотянуться, тварь. Пиздец. Он даже и с ударом может юзать это говно. Отличная меткость. А вот прыжок не сработал, и что, блять? Главный герой выполнил этот... Убогий удар, еще и не попал. Понятно, нахуй захват цели нужен. Если он не попадает. Он почему-то ему в пузо целится постоянно этим своим захватом цели. Что не очень удобно. Лучше бы в мясистую жопу. Вот в эту. В сорокотан ему прям. Так втащить. Жалко, что здесь нельзя сверху. Блять, забываю постоянно. Он не попадает, потому что он стоит на куче кала своего собственного. Или что это такое? Вот эта груда камней с черепами. Только это меня сейчас и спасло, мне кажется, дважды. Ему-то хвостик нельзя этот отрубить. Он, по-моему, еще задней лапой после того, как падает, показывает эту рокерскую козу. Центральные два пальца подгибает. О. Завязывай, жирный. Непонятно как и чем, но он меня все-таки задел в этот раз.
Это просто пиздец. Это просто пиздец. Это просто жадность ебаная. Хорошая новость, что спустя 10 попыток он все-таки сдох. Плохая новость, что человечность я въебал успешно. При очередном падении, блядь, с этой ебаной высоты, он просто меня тюкнул своей клюшкой, и я отъехал. Такая вот хуйня. Плюс вот этот вот... Не столько бесит вот этот сам ебучий удар, из-за которого я тут сдох уже 4 раза, потому что у меня прыжок не сработал. Как вот, обратите внимание, вот удар. Что делает герой после удара? Он так красиво, блядь, машет мечом, что-то, блядь, выделывает. И в это время просто опиздюлился, пока он там, нахуй, показывал свое, блядь, мастерство в этом фехтовании, блядь. Сука, осел. Хуй узнает, короче, что хорошего в этом мече. Я надеюсь, что, блин, где-нибудь что-нибудь по дороге более нормально выпадет. С более адекватным скейлом силовой атаки. Потому что вот это, ну, полная хуйня, по-моему. Так, ну что, надо проверить этот горе-меч на змеиных жопах твари из этого замка. Если они и сейчас не будут нормально убиваться, тогда придется, я думаю, в катакомбы идти, что ли. Так, эту херню я помню. А что если... О. Хы. Первый пошел. Да что за урон-то такой, 78? Ну что это за хуйня-то? Что, так должно быть, что ли? И никаких тебе, сука, бэкстабов. Ай, налетел. Ай, молодец. Ну, в принципе, с них, слушайте, 500 душ падает. Возможно, они и должны так убиваться тяжело. Че же, на халяву всем, что ли, 500 душ давать? Так, сейчас посмотрим, что тут вообще есть. Что тут вообще нет. О, душа отважного рыцаря. Сейчас, глядишь, человечность отобьется. Со змей с этих обоссанных вроде как человечность почему-то не падает. Берегись снаряд. Какой снаряд? Берегись топор, надо писать. Берегись топор, это актуально. О, еще попробуем его. Пф, блять, ну как стрелы-то летят? Ну почему? Что за наводка такая? Кривизна моего наводчика, блять, из всех игр про танки просто один в один. Ну что, его не снесет, что ли? А мы вот так. Там он, вот тот, по-моему, магический там стоит, его надо тоже из лука скидывать. Пиу, блядь, молнией. Ишь какой. Давай нахер, быстрее. Если так понимаю, завод по изготовлению вот этих доспехов для серебряных рыцарей, что ли, их тут очень дохера стоит, насколько я помню. Где-то даже комплектик лежит, который я не прочь бы нахлобучить. Ну, потому что тряпки на защиту от огня, они не скоро мне еще понадобятся. Так, а к нему можно подойти-то хоть? Нельзя. Что за борода? Где у меня стрелы-то? О, еще кто-то помер. Это не он сейчас сдох-то. Почему-то не попадает. А, понятно, почему. Топоры не дают. Да ну в пизду это, блядь, на полгода занятия. Сейчас, чувачок, я уже иду. Шалунишка. А здесь что-то... Что-то мне не нравится, что дырка в стене над сундуком. Мне кажется, что здесь ловушка, наверное, за подлянка. Это не мимик вообще, кстати. А я успею отпрыгнуть-то?
чё? Там нажимная пластина. Тьфу ты, блядь. Во второй части никаких пластин не было. Открываешь крышку, тебе бам в морду, блядь, и до свидания. А этот чё стоит? Где дамаг, сука? Я ж с высоты упал. Ха. Интересно, чем он там спал, стоял? Я думал, что... О. О, упс. Что это с ним? А, тут камни же. А он тут один камень или сейчас еще поедет? Что-то с памятью моей стало. О, заебово. Еще бы 5 раз по нему проехали, пока он лежит, да и все. Нижний брейк. О, детка, это тверкинг, тверкинг. Смотри, о, хорош, как рабок зажигает ягодицами. Давай, тряси, тряси. А вы там этот, блядь, как его там, Супер Майк там, Ченнинг Татум. Вот, вот они, танцы. А, да. Так, ну, надо постоять, поснимать, чтобы кто-нибудь музыку в колбе наложил и выложил. Иди, иди, чувак, отсюда. Так, а тут вверх или вниз надо бежать? Так, внизу пропасть. Ага, они над ним падают. Вообще, шанс успеть-то есть. Почему ему по башке он не упал? Непонятно что-то. Дай войти-то, ёб твою мать. Вряд ли это мимик. Было бы слишком подло. Кольцо стальной защиты. Ну ты погляди. Ну ты вообще... О, блядь. Ну это... Оно поднимает там защиту физическую на соточку, по-моему. На сотенчик. Или на соточку точеная. На полтасе, на полтосик, значит. А может... Да хер узнает, короче, борода. Бывают и более полезные вещи, которые дают кольцо. А этот внизу там как очутился? Как он там... Как он туда вышел? На эту фазенду. Ага. Здесь опять откуда-то. Да. Раз на раз не срабатывает. Да почему его, блядь, вот у него стабильность, а? Его обычные удары отбрасывают, а с прыжка ему похеру, да? Когда его атакуют. Какой молодец, блядь. Тут как в «Принце Персии» надо под ноги смотреть. В смысле, в олдфажном «Принце Персии» там постоянно какие-нибудь нажимные пластины были, которые хер его знает, к чему приведут. О, нифига. И что мне тут делать? Ага. С такой херью только Индиана Джонс управлялся, я не знаю. Мимо, это попадос, ёб твою мать, что делать-то? Ох ты, сука. Это я помню этот момент, блядь. Мы тут дико с другом угорали, когда сдохли, блядь.
Причем во второй части Мими хотя бы на четырех скакал, а здесь он просто такая, бля, хуевина. Давай, субтильный, ёптать. Пошел нахер. Копье молнии. Вот. Вот. Это уже похоже на читерное оружие. Копье молнии. О, блядь, нихуя себе. Че, взять-то можно? Можно. А, нихера у него. Бонусы к параметрам вообще отсутствуют. Зато у копья мне нравится то, что можно бить, как этот, как римский легионер, не открываясь. Как этот спартанец, ёптать. Ну все, пизда черви, блядь. Как вот, змеи, то есть. Были змеи, сейчас станете глисты. Такой копьё-то такое индейское, еще с какими-то волосинами там на конце. Сейчас, ёптать, по базарь. Нахуй я добывал этот меч этого, блядь, черного хренорыцаря. Только человечность провафлил всю. Что значит берегись вверху, кого беречь-то? Чё тут, кто тут? А, и чё он? Он поедет туда, нет? По ступенькам-то. Блять, а почему не открыть-то? Ага. Ага. А почему? Он же сюда падал. Переключили, что ли? На улицу. А, погодите-ка. Тут что-то какая-то хуйня была. Нездоровая. Не туда. Не туда. Давай еще разок ухнем. О, что-то он там разбивает, по-моему, насколько я помню. Давай еще разан. А теперь выключим, чтобы они отсюда улетали. Так, хорошо, понятно. Все, туда? Хорошо. Что у нас здесь? Ага, вон он стену разбил. И чё там? Там дымная дверь, по-моему, насколько я вижу. Тогда что здесь? Надо рассмотреть все варианты, прежде чем принять решение. То, что я тут там залезть не смогу, мне придется опять в обход идти. Так, ага. Ага, там лут. О, кстати. Опа, электрошоком-то как, а? Взбодрил. Душа, блядь, заебали эти души. А это чё? Ещё одна какая-то подозрительная комната. Ой, ну ты посмотри, черного колдуна шматьё. Это, по-моему, второй раз мне уже падает, нет? Или там просто колдуна было? А чё, ещё не всё? А, и волшебство ещё. Ну, вообще, блядь, вообще классно. Супер. Откроем это говнище. Что внизу там по лесенке? А, внизу по лесенке что? Мимик там сидел. Так, понятно, ясно, понятно. Так, надо подумать, куда идти-то. А это что за херня? Дальше-то куда? Ага. Тут есть лесенка наверх и есть ступеньки вниз, как я понял. Капкан впереди. А, я вижу, да. Ш,
И выманить-то некого. Это невыносимо. Чё невыносимо-то? О! Бей нападение. Да ну нах. Ладно. Хорошо. Спустимся тогда, посмотрим, что там в этой дырке, которую удалось проковырять. Змея-то мертвый притворяется, походу. Что это наше? Подползает, чтобы нырнуть куда-то, видимо, вниз. Давайте помогу по-братски. О, блядь, а это что? Опять этот олень сидит, что? О! Это... Волшебница изумрудного города. Логан. Росомаха ты, что ли? Какая-то у тебя хуёвая идея. Освободить его или нет? А, заперто, чувак. Ну, извините, в пролете. А где ключ-то взять? Идея у него, блядь. Чё-то говно идея-то. Да чё заперто-то? Ебдрись ты конём. Как заперто-то? А ключ-то где? Руку протяни и вытащи, что там такое лежит. Вот сука. Погодите-ка. А не лифт ли это? Поехали. Ёб твою мать. Надеюсь, если это лифт, то не вниз. Ёб твою мать. Два. Чё-то не работает, походу, этот лифт. Где-то я ключ не нашел. Видимо, а где? А кто его... О! А. А кто его теперь, блядь, поймет, где он был, сука? Может, внизу? Вот в этой... Вот это, чё там светится такое? Лишь бы не на пике жопой упасть. Шотел, блядь. Я вертел того, кто положил сюда этот шотел. Да-да. Так, вторая сейчас подойдет, чтобы я вас одним махом двоих уделал. Пошли вы нахуй, черви. А-та-та. Чё там сзади? Сзади Москва, ёпта. О. Есть куда отступать, есть пространство для маневров. Обалденный удар, просто охуеть. Единственное, что когда ты прикрытый щитом бьешь, как я понимаю, ты дамага наносишь только половину, если не треть. Что-то, блядь, сплошные штрафы какие-то. Что интересно, а есть тут вообще костер какой-нибудь? Что-нибудь такое, чтобы я сейчас, блядь, когда сдохну, нахуй, по нелепым, сука, стечением, блядь, обстоятельств. Блядь. Вот как сейчас я чуть не сдох. Мне пробило артерию стрелой, но я еще жив почему-то. Вот. Чтоб когда я сдохну, я, блядь, не сначала сюда пошел. Какого хуя-то? Я же выключил. Пиздец, уебище ебаное. Один эстус, отлично. Ебалайство, блядь. Ну как так-то? Чё, кто переключил? Я всех убил здесь.
Блядь, говноед, блядь, игру дел. Четыре в ряд, что ли? Между ними щели нет? Заебись вообще. Да. Какими атака клещами, я не понял. А, с двух сторон зажимают. Ну давай ты подходи. Я боялся, что он сзади подойдет. Весь бой об этом думал, что сейчас будет удар по жопе. И я у костра. Хотел к костру, пожалуйста. А, чё, сука, не успел? Ах ты, пидорас, блядь. Я забыл, что они головой бить могут. Большой осколок титания. Ты подумай, вот это, бля, мана небесная прям выпала. Смерть. А, и нахер такие дырки в полу нужны? Зачем они делают их? Что-то не врубаюсь. Отведай. Вот так понтово разводит руки и шипит, что прям вообще. Типа такой нагибатор. Стрелок впереди. Какой нахуй стрелок опять? А, ну это пиздец вообще момент. Раз такое дело, блин. Хрен тебе, блядь. О. Хедшоты. Пошли. Старый добрый зажим. Падай нахуй вниз отсюда. Стрелок, блядь. Пошел в жопу, ёпта. Итак, тяжко. Пять, блядь. И все уже и уже дорожка. Ну чё, изверги вонючие, где костер-то? Пиздец полный. Тут просто-то пройти сложно. И опять 4 в ряд, как я понимаю, да? Конечно. Не, ну там можно где-то между посередине выстоять, но, блядь, кто рисковать-то будет, кому это нахуй надо? Сантиметр влево, сантиметр вправо, и твоя жопа катапультируется отсюда. Вот тут, возможно, лучше на клаве, потому что клава. А. Да пошли нахер, блядь, сколько можно? Лучше на клаве, потому что стик можно криво зажать и улететь. Кнопку криво зажать невозможно. Ну где стена-то какая-нибудь фальшивая? Где, блядь, костер? Вялый-то какой-нибудь хоть. Там, ну это катапультирование, походу. Катапультирование в ад. Так.
сука, падла, опять. Но это не босс вроде как, не может быть. Ёб твою маму. Да не. А, он это грузчик. Шары же не могут сами. Было прикольно, если бы эти шарики из задницы дракона вылетали. Берегись, огонь. Тут весь уровень огонь. Понятно. Я все понял. Что-то в горле пересохло, надо попить, налить манул. Я перенервничаю. Столько, блядь, идти, если сдохну. Нахер надо. Так, этот, сука, падла, я так понимаю, там метает эти свои огненные бомбы вообще везде. Так, вот он взялся за камень. Надо рывок, рывок, рывок. Ну, вроде как я от огня-то защищен. Куда идти, куда идти, куда идти, блядь? Чё такое? Ёб твою мать. Блядь, я случайно нажал на ебаный... блядь. Я случайно, сука, нажал на кувырок, а он, сука, прыгнул, блядь. Если бы эта шлюха перелетела этот балкон, я не знаю, блядь, что бы я делал. Надписи, конечно, намекали, что тут, наверное, что-то такое, блядь. Типа, костер, костер, там костер. Но... Блять, ну не с разгону же прыгать, ёбаный ты, сука, извращенец. В тряпках, блять. Просто везение. Это просто удача была сейчас. Собственной, бля, персоной. Ну и удачнейшая удача просто, блять. Пожалела игра, наверное, меня. Так и чё, подождите, а лут-то там чё лежало? Летит, летит, летит. Но он косо бросает и медленно, походу. Большая душа отважного зажаренного воина. А чё за хуйня? Это не он, что ли, брат? Ах ты, наглое убожество. Смотри, какие чаши он метает. Изи, take it easy, мазафакер. Охереть. Нахуй осколок синего титанита, кувырок. А это что такое стоит? А что за... А, я такого уже бил, по-моему, нет? Что это за солдат? Он же не из людей короля, он вообще тут никто. Ни черный рыцарь, ни серебряный, вообще не рыцарь. Не, ну рыцарь, видимо. Блять. Рыцарь вялого ордена, судя по его боевке, он какой-то вообще муфлон, блядь. Его яйца сейчас будут... Нет, блядь, вот это, сука, падла, обманул. Сейчас его яйца на моем копье будут болтаться, блядь. Что ты делаешь, ублюдок, а? Да ты там тоже нахер угомонись уже. Чё за уроды, а? Все же мы люди, братишки, хватит. Все, пошел нахуй, отправляйся в ад. О, большой меч, смотри, оружие поперло в игре наконец-то, что такое? 130 дамага, ты посмотри. Блять, ну скейл от сил, от ловкости. 28 сил надо на эту хуйню. Дайте хоть посмотреть, что это такое. О. О, бля, ёпта. А в две руки, если взять? Ну, в две руки-то у меня сил хватает. Ну, а тоже, конечно, немножко маленько убогая атака. Сильным ударом долгий-долгий замах. Но этот меч, по крайней мере, и весит сколько? 12 килограмм на 4 килограмма. Ну, это не килограммы, наверное, не знаю. Но я буду называть килограммы. Ну, не пудами же, блядь, измеряется, я хуй. Хотя, что за меч такой 12 килограмм? Нет, нормальный меч, ну, да. Хотя, может, фунты? Но я в фунтах вообще не ориентируюсь. В стерлингах только. Блядь, я хоть сюда иду-то?
Там слева тоже можно было пойти и что-то там. Ждите-ка, я налево сбегаю, посмотрю, что там есть. Тут, по-моему, какой-то дальше дурачок с рапирой на лестнице будет. Я почему помню, потому что он вальнул меня как-то раз тут. Когда я очень удачно пробежал. Бежал себе, убегал. О, нихуя. Что туда можно? Алле, оп, сука. Чё за нахуй я сделал, зачем? Блядь. Вот отстой. Давайте, давайте. Херак. Не успел. Заебись. Парашют! 9000 душ. Нахуй я там прыгал? Не знаю. Но мне показалось, что туда можно долететь. Может и правда можно. Но, сука. Где душ-то мои? Понятно, блядь. Да пошла ты нахуй, игра. Дура, блядь, ебаная. Как можно так души ложить? Пиздец вообще полный. О, родные бомжи. Тебя как сюда занесло, ты бедолага? Это... А чё я так слабо ему наношу-то? Или ты какой-то усиленный вариант? Душ, да нет, вроде такой же. Да ладно, что, опять что? И сколько у вас тут таких красавцев? Вот это я выдал вообще. Да ебёнать, ты сдохнешь сегодня, нет? Ты посмотри какой, а? Тысячу душ отбили, отлично. Сука, дерьмо, блядь. Пламенное кольцо с камнем. Ну это, наверное, от огня защита, да, судя по всему? Ну да. Ну нахер оно мне сейчас надо? Вот на битву с огненным демоном, да, там возможно. Да он все равно ваншотит, мне кажется, этим тополем своим. Опа, что это такое там? Что-то положили лут, кусочек, надо, блядь, забрать. А как туда? А, сверху упасть, что ли? Да, это сдохнуть можно. Да как ты заебал меня, блядь? Ха-ха-ха, блядь. Ебанутая крепость, блядь, никогда я не любил. Как он метко бросает сюда свои эти пиздюлины, ты смотри-ка, блядь. Прям одну за другой прям засаживает. Так, как там перепрыгнуть-то можно? Где я сдох-то опять? Я чуть не врубаюсь. Вроде здесь где-то меня зажарили. А, наверху. Блюдок, блядь. Да ёб твою маму. Ну пиздец. То есть та догорела, он новую сразу кидает, да? Отлично вообще. Мне там, бля, пройти-то хоть можно будет, интересно, вообще, когда-нибудь-то, блядь. Сука, дебила кусок, блядь.
Интересно, что там лежит такое? Что только с высоты туда можно упасть? Нахер оно надо? Так, понятно. Ясно, понятно, печально. О, кстати, можно же... Можно же голема завалить. Да ёбаный ты нахуй, хомут. Ну почему не долет-то, блядь? Я нихуя не понимаю, как тут прыгать. Меткий арбалет. Вау, вообще. Это чтобы этих уродов, видимо, из арбалета расстрелять. А что, ему щит не сбить, что ли? О! Балдерский меч, ну это... Что такое? О! Что за балдерский меч? Это какая-то, походу, это... На ловкость, наверное. О, да, Б от ловкости, нифига себе. Это было бы мощно, если бы я ловкость прокачивал. Но я как-то захотел большую дубину найти и стал прокачивать силу. Не очень умный ход, наверное. Так, сука, я не понял, можно залезть туда и голему этому жопу, блин, надрать? У меня с ним личные терки, типа. Он, кстати... Да пиздец, блядь. Да пиздец, нах. Да ёбаный. Ну охуенно вообще прыжок сделан в игре, блядь. Просто ёб, блядь. Лучше, чем в Марио, блядь. Я ебу просто. Чё за хуйня, блядь? Пиздец какой-то, блядь. Ну и говно, нахуй. Заставлять в такой игре с таким ебанским управлением, блядь. Я твою, блядь, нахуй, сука, маму делал, ублюдок, блядь. Доделанный. Сука, в такой игре заставлять прыгать, ну, полная хуйня. Лучше, блядь, 500 драконов убить, нахуй, одновременно, наверное, чем, блядь, перепрыгнуть эту дырку, блядь. Сука, и там наверняка какой-нибудь меч опять лежит. Меч, блядь, Ивана Царевича, наверное, не знаю. Которым яйца, блядь, Кощею отрубили. О! О, это что за хрен с горы? Ты шапка, блядь. Я такой солдат легиона Цезаря. Захватил крепость Сена? Нихера ты захватчик такой. Загнали тебя, блядь, в эту, в парашу стоишь тут. Думаешь, как съебстись, наверное, отсюда. О, черную бомбу банчишь. Хера ты малорик. Целых три могу купить. Че еще? Осколок, большой осколок титанита банчишь. 4000 душ, блядь. Зеленый титанит. Большой меч продает, большая секира. Балдерский щит, осадный щит. Посмотри, нихера он. Да он поле... О! Это ж, мать ее-то, мы знаем. Говно полное. А это он уже свои вещи продает, видать, по бедности. Сука, я сам такой барахло, кому хочешь. О, нифига. 15000 душ за колечко. Блять, чтоб тебя вороны обосрали, блять, в твоем новом доме. 15000, блять, ёбу дал. Я за 15000 копьем вот этим в поле, блять, зайца убью, нахуй. Сука, и долго мне спускаться тут. Нахер вообще. И куда ведет эта дырка, интересно. О! Последний, блять, из менструальных змеев. Да вообще, ты чё? Нихера ты мочишь. А мы вот так. Ключ от клетки. О-о-о! Только здесь?
И что, тут надо сдохнуть, что ли? А как выйти-то отсюда? А, наверху обратно прыгать. Ну это я умею, бля. Сейчас сигану. Просто вообще, блядь. Вот как нещадно сделана первая часть. Во второй ничего подобного нету. Не надо никакие дырки, блядь, перепрыгивать. Там единственное, что уголь на балконе в одном месте лежит, там надо прыгнуть. Все. Больше ни хера подобного нет. Дай мне еще одну бомбу, я сейчас все равно сдохну, походу. Попробую себе что-нибудь изобразить. Ну нихуя он босс вообще, бля, смотрю просто. Просто батя, блядь, такой, охуеть вообще. Захватил крепость. Нихуя ты, блядь, герой-захватчик. Ну, кто бы сомневался-то. И я так ни разу, ни на секунду не усомнился в том, что я не долечу. А как бы мне отсюда... А, пошел ты нахуй. Как бы мне к костру-то до своему дойти? Посидеть. А, я уже сдох, души мои пропали. А, ну какая-то нахуй разница. Банзай! Вау, телепорт. Вот я и у костра. Стоило тогда бегать, прыгать. Ладно, короче, дальше я пойду в следующей серии уже пинать этих обосранных големов, мстить за свои 10 тысяч душ. Я столько всего просрал в этой серии, что охуеть. 10 человечности, блядь, 10 тысяч душ придачу, обоссался. Нашел ссаное копье, блядь, сраный меч. Короче, я в расстройстве. Но одного босса я убил в этой серии. Жирный был повержен. Так что пишите, жмите.